Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Юрский мир». Так, заберем с тобой здесь. Так, хавчик, или что это у нас там? Хавчик, не понятно. Кстати, можно же улучшить. Ага. Так, на 20 уровне будет следующее улучшение. Мы уже улучшили с тобой. Так, здесь заберем. Так, построечка, ничего себе. Уф. Все очень прикольно, все очень четко. Так, финансики. Что-то мы с тобой здесь выполнили. Забираем. Забираем. Покормить, погладить, это все само собой разумеющееся, да? О, надо этого чувачка покормить. Окей. Так, здесь мы с тобой заберем наградушки. Так уж и быть. Так, и, наверное, мы его сразу же... Подожди, на рынок. Майонгазавр, это все не то. Тут у нас что-то есть, да? Разместить и разместить. Две постройки. Ну, давай сюда одну поставим. Пускай будет находиться здесь. И что-то там еще вроде бы как есть. Оу, какая-то лужаечка. Слушай, вот здесь, наверное, выгоднее ее поставить все-таки, да? Отлично. Так, постой, задание. А что нам нужно? Переместить двух хищников. Переместить? Это в плане как переместить? Вот так вот переместить? Или что-то имеет в виду другое? Мне кажется, почему-то именно так. Ну, проверим. Так, я не понял, по-моему, не то, да? Переместите двух хищников. Да блин, а что? Что не так? Ну ты же хищник. Сюда вот, если ты встанешь. Все. Задание выполнено. Забираем с тобой награды. Жду ответа о вашей работе, Оуэн. Отлично, позвольте представить Блю. Одна из моих четырех новых членов оперативной группы рапторов. Хсс. Нам обязательно носить всю эту ерунду от дождя? Все вопросы Клэр. Вы еще спасибо скажете, когда начнете работать в новом вольере для амфибий. Заселите только что вылупившихся амфибий и победите в схватке 13 уровня. У меня нет никаких амфибий, о чем вы вообще говорите? Тут 25 уровень нужен. Амфибии какие-то придумали мне. Заселить, как я их заселю? Так, погладить и покормить. Погладить и покормить. Так, ты у нас сытый. Тебе, может быть. Ой, зачем я? Что я сделаю? Ты остаешься здесь. Мне нужно тебя покормить, не ори. И все? Так быстро еду мы с тобой за... Офигеть ты, прожорливый Гуаньлун. Давай поглажу тебя хотя бы на дорожку. Вот так вот. Кстати, 16 уровень, ребята, уже не за горами. Так что, возможно, скоро получим. Разместите одного динозавра и примите участие, понятно. Опять же, разместить. У нас на рынке, по-моему, никого нету. Но мы можем с тобой сделать вот так вот. Забрать. Это же будет считаться, как будто я его разместил. Поместить. Да. Так. Блин, с едой эти вечные, блин, проблемы. Все неплохо, ну вот из-за еды. Ну а теперь идем с тобой на ПВП сражение. Так, схватки. ПВП, что у нас тут? Уровень приза. Ну, естественно, нам нужно здесь с тобой выиграть. Попытаться, по крайней мере. Зачем я беру двух хищников, скажи мне на милость? Это глупо. Так, смотрим. Кто против нас? Ищет соперничка. Да идите вы в пень. Ты посмотри, у него фиолетовый какой-то. Это, наверное, супер мощный какой-то, друзья мои, я не знаю. Вот он. Так, а этот-то? Этот тоже не слабо. Так, ну что, допустим. Против него очень хорошо был бы, наверное. Менять не стал. Так, он нас не ушатает ведь сразу, да?
Защиту взял. Окей. Ну что, будем наказывать, наверное, друзья мои. Или как? Четыре защиты, прикинь, четыре защиты, если он взял. Раз, два, три. И вот так. Ах ты жук. Выжил. Так, а он взял 4, ребята. Что он будет сейчас делать? Давай посмотрим. Сколько атак проведет? 4. Мне крышка? Допустим. Так, он потратил 4, да, удара? Ну что, мы с тобой делаем одну атаку. Вот так вот я сделаю. Ему крышка. Кого он следующего позовет? Вот этот, по идее, да? Кто это такой? Ё-моё, 220 хп. Ну, 100%. Лимноринг. Кто? Откуда ты его взял, этого лимноринга еще, а? О, все, нам. Трындец, ребята. Да слушай, он не оборзил ли, а? Вот серьезно тебе говорю, он не оборзил? По-моему, оборзил в корень. Давай, наказываем его. На нафиг, лимноринг. Так, а здесь? Сейчас посмотрим, что он будет делать. Но ничего. Все, адьюс. Да, друзья мои, ПВПшечка нами выиграна. Фью, и это самое главное. Так, забираем с тобой награды. Подожди-ка, а, ну да, награды забираем. Сейчас еще эту рулетку крутанем. Один разочек. Давай, поехали. Приз новичка. Блин, монеты. Смысл крутить еще раз, я не вижу, ребята. Надо нам забирать награды и получать уже уровень, в конце концов. Открыть. Я говорю открыть, а не посмотреть. Еда. Место раскопок, открытие. 95 очков доверия. Забираем. Так, на рынке. Расширить ваш парк. Подожди, ты расширить парк. Мне нужно вот это вот разместить. Вот сюда. Поставим, да? Уровень получим, нет? Никакого пока еще уровня мы с собой не получим. Что у нас тут за задание? Заселить только что амфибии и победить в схватке 13 уровня. А здесь 14 уровня. А здесь закончено. Забрать. Все? Ну вот, ребятушки, еда. А еда это очень хорошо. Больше у нас тут, по-моему, ничего нету, да? Схватки 13 уровня. Подожди-ка. 13 уровня? Ну да. 13 уровня. И здесь у нас... О-о-о-о, это кто такой? Бонитозаур. Фига себе, травоядник. Против него нам нужно взять вот этого. Так, раз... У него тоже 30 уровня, да? Тогда сделаем с тобой вот так. И против летуна мы с тобой возьмем трицератопса. Поехали. Как думаешь, победим? Ну, если как обычно тупить не буду, то победим. Так, здесь меняем. Вот так вот. Что он будет делать? Атакует? О, парень. А не погорячился ли ты? Ай. Не добили. Друзья мои, не добили мы с вами. А вот он нам. Да, он сделал больно. Так, ну он слил все.
Да, ведь две атаки у него было. Да, он слил полностью все. Все, что можно было. Поэтому ему крышка. Кто там следующий у него выходит? Ёк-макарёк. Кто такой пугало-то огородный? Ему достаточно удара по мне. А, он не стал бить. Слушайте, друзья мои, по-моему, нам надо менять с вами. Вот так вот. Фига он прокачанный. Раз, два. И, наверное, мы поставим с тобой защиту плюс защиту. Две защиты, ребят. Ты серьезно, гад? Ты сейчас... Так, если он сейчас 5... А, он нас не пробьет. Но он может поменять. Хм. Да, короче, давай так сделаем. Смотри, а. Вот жук. Все, мы приплыли, кажется, друзья мои. Если сейчас 6 в атаку вольет, 5, то нам крышка. Но он все, да, влил? Мы его не сможем, ребята, ушатать, по-моему. Да. Короче, я понял, он специализируется на доборах. Ну что, придется переигрывать, друзья мои, а что делать? Да-да-да-да-да, я знаю, что тебе больно. Ты лежишь хромой, больной. А ну с этим ничего не поделаешь. Так, будем наказывать. И я, ребята, не согласен здесь проигрывать. Вернись. Так, сюда же. Кузалух. Погнали. Уж не знаю, насколько здесь у нас будет все хорошо и отлично. Берем. Так, что он будет делать? Две в атаку пойдет или как? Слушай, наверное, защиту взял. Не пробьем, да? Так, он взял две. Ох, твою же дивизию. Нам опять крышка? Че-то где-то я уже это видел. Че-то я где-то уже это видел. Так, ну что, ушатываем его тогда. Кто там у тебя следующий? Этот хламон, да, выходит? О, 125 к атаке, прикинь. Как это сочно сейчас будет. Да ты мне ничего не сделаешь, паршивец. А вот я сейчас тебя разорву. 299, этого будет достаточно, наверное. Ну да. Так, а теперь вот это, ой-ой-ой-ой-ой. Нам бы, наверное, сменить на Кузалуха. Да? Меняем, ребята. Так, что он будет делать? Я не знаю, ребята, наверное, я все-таки попробую его пропечатать. Не добью. Чуть-чуть буквально не добью. Но посмотрим, что он сейчас будет делать. 6-4, да? Он уничтожает, понятное дело. Но мы-то его сейчас добьем. Мы-то сейчас добьем его. Нам, тем более, там не очень много надо. И этого достаточно будет. Ой-ой-ой, нет, этого недостаточно. Этого недостаточно. Опять фейл. О, все, ребят. Твою налево. Блин, вот зря я двух хищников взял. Зря. Был бы у меня там кто против водоплавающих водной стихии. Нет, это не конец, ребята. Это не конец, это только начало. Я психанул, я сейчас буду бомбить, блин. Так, против этих хищники, это понятно. Летающие, блин. Я все-таки возьму этого. Раз, два, три. Поехали. Блин, я не могу выиграть, ты прикинь?
Третий бой. Понятное дело, здесь бонус берем сразу же. Тут даже не обсуждается. Ваш ход. Ну, первый мой ход, это будет, естественно, сменить. Так, по 41, да, если он даже... Давай вот так вот сделаем, посмотрим. А он тоже две защиты, да, взял? Чё-то, ребята, мне не нравится. Или звездануть по нему, как... Давай так вот сделаем. 5. Да хорош, может быть, а, парень? Что ты там сделал? Что ты там нахапал, а? Твою налево, а? Ну ты посмотри. Да как ты это делаешь, блин? Говнюк ты этакий. Естественно, ушатывают, ребят. Ну все, чмошка. Так, уничтожу. Как, ребята, он делает и то, и другое, блин. И на то ему хватает, и на это. Еще плюс бонус. Ну как это? Я не понимаю вот этой системы дебильной боя. Вот это вот. Как? Вот объясни, как он это делает. Сейчас выходит этот чмошка, но этого я завалю, фиг с ним, это вата для меня. Меняй динозавра, вот это уже фигово, ребят. Так, он потратил сколько? Даже не успел разглядеть. Вливаюсь. Хватит ему этого? Не хватило. Ну вот ты хоть убей меня, я не понимаю, ребята, это вот он успевает сделать тебе и защиту, и атаку, и хераку, и что только не делает, блин, я не знаю. Будем опять пытаться, я уже, как, какая попытка у меня? Какая уже у меня попытка? Не буду я брать двух хищников, надоело. Где у меня летающий? Так, водяной против... У него хищников нету здесь. У него первый идет, это летающий, да? Против летающего очень хорошо травоядочка идет. Поэтому берем травоядочку. Потом берем хищника. И против водяного идет летун. Все доллары, блин, которые... Непосильным трудом зарабатывал, все слил. Может сразу его бомбануть хорошенько? А, нет, нельзя, ребят. Фигово получится. Но меняет. Меняет вот на этого вот пройдоху. Ну, гаденыш, ну ты напросился, а? Так, мы тоже меняем с тобой. И, наверное, две атаки сделаем, да, с тобой? О, пока. Вернулся летун. Вернулся летун. Если я, например, сделаю ему три атаки. Оу, пока. А вот этот уже, скорее всего, нас ушатает. Ну, во-первых, он по атаке сильнее, как ты видишь. Ой, 5-3. Ну да, тут, скорее всего, сразу же. Короче, у него было 5, да? 3, у него 2 остаются. А раз у него остаются 2, значит, мы с тобой берем кого? А никого, мы прямо так вот. Блин, если я ланку... Ладно, давай. Вот так вот влупим сейчас. 89, да? Так, что он там сейчас предпримет?
4 атаки. Все, он все слил, ребята, поэтому сейчас спокойненько его добиваем. 99 хп у него остается. Поехали. Все, ему не выстоять. Хоть где-то я подколол его, блин. Трындец, 3 проигрыша. Сколько долларов слил, блин, на эти попытки? Так, открываем. Тропиогнат. И еще один. 2 тропиогната, прикинь, выпало мне. Ха. Так, что у нас там? Все? Заселите, блин. Так, нам нужно еще в схватке 14 уровня выиграть каким-то образом. У нас еды 125 тысяч. Кого-то у нас... Давай-ка Гуанлуня, наверное, прокачаем. Так, тропиогнат. У нас где-то есть с тобой один стоит, грустит. Это он же? Тропиогнат, он. Новый уровень. На рынок. Выводим сразу 2 штуки. Активировать. Тут везде баксы нужны, везде. Где у меня мой этот? Да-да-да-да-да, ты мне сейчас как раз-то и нужен. Стартуем, бесплатное ускорение. Забираем. Поместить. Так, покажи-ка мне. Значит, этого... Подожди, постой. А мне же этого прокачивать не надо. У него, по-моему, последняя эволюция, да? 40-й уровень, насколько я помню, это последний. Да, мне нужен, ребята, Аланка. Блин, нафиг мне... А хотя почему? Если мы с тобой сделаем гибрид, этот нам тоже пригодится. В любом случае. А Аланка у меня находится вот. Аланка, давай мы тебя прокачаем. Старт, ускорим. Результат. Забираем. Помещаем. Что такое? Что-то вы мне показываете не то, что нужно. Так, Аланка. 20-й левел. На рынок. Покупаем, активируем. Ускорить бесплатно. Ускорить бесплатно. Забрать. Помещаем. Так, подожди, подожди, подожди. Забираем. Помещаем. Так, и здесь ускоряем. Аланка, 2 аланки. Если мы помещаем и прокачиваем, это будет у нас только 10 уровня, да? 10 уровень. На рынок. Это опять нужно еще одну аланку брать. За 120 ДНК. Ну а что поделаешь? Надо прокачивать, ребят. Ну, давай. Кушай. Ускоряем бесплатно. Так, результатики. Понятно. Незавершенно. Не хватило нам. Дотянули. Вот, теперь уже, ребята, будет все намного получше. Ну как получше? Этого мы прокачиваем до 20-го. Еды у нас, наверное, не хватит. Еды у нас не хватает. Вот с едой проблема. Где мне взять кучу-кучу еды? Мне понравилось испытание, которое у нас было по поводу еды. Сейчас его нету. Так, схватка редких. Битва за выживание. Схватка редких. А у меня редких-то и нету. Так, травоядушки. Обожаю травоядушек. Кушать на завтрак. Так, подожди, подожди. Так, раз, два. И летунок. Против летунка пойдет. Стартуем. В плане обычный. Чего написали? Чего там было написано? А, не хватает, что ли, типа, да? Ой, красота-то какая, ребята. Ты посмотри, мы его сейчас раскурочим. Он поменяет.
Он поменяет только вот на кого? На летуна, что ли? Опа. Это ты зря, братюня. Это ты зря. Так, если я его атакую, 84. Но этого мало, нам надо еще одна атака. Иди отсюда. Шикарно. Так, выходит следующий. Летунок. Аланочка, да? Что нам Аланочка сделает? Ударит. Две потратила, да? Ну, против Аланки у нас есть запрещеночка. Вот такая вот. Я думаю, два удара будет ему за глаза. И бонус. Тыдыч. Ну и последний ханурик. Друзья мои, последний. Что он там придумает сейчас? Атака. Ну это терпимо. Это терпимо. Все, ребят, мы его ушатываем. Да твой блок не поможет тебе. Отлично. А там нужно, по-моему, три поединка выиграть, да, чтобы получить карточку. По-моему, три поединка. Я могу ошибиться, конечно. Че, рулетка же еще, да, будет? Нет, никакой рулетки здесь не будет. Так, поехали дальше. Здесь... Ага. Так, берем летуна. Это против вот этого вот, против рептилии. Так, берем, естественно, хищника. И берем с тобой... Так, первый будет у нас, значит, водоплавающий, да? Рептилия. Так, после этого пойдет вот этот. И хищник. Против хищников у нас пойдет вот этот. Все, друзья мои, как-то так. Поехали. Берем с тобой бонус. Он поменяет. Наверняка сейчас поменяет. Нет, он не стал менять. Что он мог взять? Он мог взять две защиты, наверняка. Давай сделаю вот так. И бонус. Ах ты жук. Ах ты жук. Он, наверное, бонусы... А, нет, подожди, какие бонусы? Ваш ход. Ну что, теперь я уже думаю, мы его пробьем. Давай так. Ну ты жук, а? И не меняет, главное, что. Посмотри. Две атаки. Выживем. Ну все, тут уже, ребята, раз, два, три. Раз, два. Так, иди отдыхай. Следующий у нас Аланка. А, нет, это пеликанимим. Типа этого страуса что-то мне напоминает. Ха-ха-ха. Промахнулся. Чудик ты этакий. Меняем, ребята. Так, он сделал... Ну, давай вот так вот. Ах ты жук. Навозный, а это посмотри. Две атаки. Это для нас щекотки просто-напросто. Раз, два, три. Четыре. И защиту. Ну все, пока. Ему, конечно, одного бы достаточно было удара. Но я думаю, что он, может, блок поставил. Так, ну мой-то круче, мой ингозавр, чем у него. Ха-ха. Пока. Ах ты жук. Не хватило чуть-чуть, но это ничего страшного, ребят. Ну как, ничего страшного. Это больно было. Ну сейчас-то мы его добьем. Пикируем. И побеждаем. Так, у нас еще впереди один бой должен быть, чтобы взять этот пак. Ну, естественно... Так, подожди-ка.
Посмотрим, кто у нас тут. Два травоядных. Против них пойдет у меня Аланка. Возьмем с собой вот этого. Аланочку. Против этого возьмем... Подожди, против травоядных у меня... Что-то я совсем попутал. Вот так сделаем. И вот так. Погнали. Слушай, ну я думаю, что с этими мы разберемся. Сразу бонус берем. Ну и что ты будешь делать? Менять? Нет. Тут достаточно одного удара, но я думаю, что он взял блок. Хоть один. Нет, не стал. Так, второй вышел, да? И все в атаку, что ли, вольет? Вот что он делает. А уже этим, наверное, будет. Тогда извини, парень. Так, он на смену потратил, да, одну очку? Плюс броня была. Раз. Два на всякий случай. И вот так. Опа. Не понял юморка. Угу. Раз, два, три, четыре. И вот так. Пока. Ну и с этим мы справимся на изи. Блин. Ну даже если он пробьет меня, ребят. А он меня пробьет. Не, не хватит. Не хватило у него силенок. Тогда прощай. Ну и все, друзья мои, нас ожидает пак. И что нам из этого пака выпадет? Вот что меня интересует. Что нам выпадет из него? Крутим, вертим, крутим, вертим. И... Да твою, блин, дивизию. Ну почему так несправедливо, а, друзья мои? Битва за выживание, обычные. Тут за еду, вот. За еду нам тоже нужно драться. Так, против хищника водоплавающих. Эти рептилии есть у меня? Нету, да? И есть вот этот, но мне кажется, это слабенько будет. Его надо прокачивать. Значит так. Берем с тобой вот этого. И берем с тобой хищника. Погнали. Думаю, шансы есть на победу. Понятное дело, берем бонус. Сразу же. Что будешь менять? Две атаки. О-о-о. Так, я думаю, ему достаточно будет одного удара, да, здесь? Один удар дает 72. Два удара дают 173. Вот так вот получается, да, здесь? Работает. Так, травоядный выползает. Это хромой весь. Ну, ему тоже, в принципе, крышка. Не-не-не-не, тебе это не поможет. Ну, все в атаку. Он последний противник, поэтому сливаем. Готов. Так, а нам нужно здесь два раза победить, чтобы получить пак с едой. А пак с едой мы с тобой сразу будем прокачивать Аланку. Так, погнали дальше. Угу. Берем. И где наш братишка? Берем. Раз. Два. Поехали. Сразу бонус. Так, у него тоже два бонуса. И он сразу в атаку идет. Ты посмотри.
Ну, это, конечно, очень круто с твоей стороны, парень. Очень круто, но глупо. Давай, аргентинозавр, выходи. Станцуем. Не-не-не-не, даже не надейся. Ну что, все в атаку, ребята, а что еще делать? Ох, как мы ему сейчас... На тебе. Отдыхай. Победа. Победа безоговорочная. Поэтому сейчас мы с тобой заберем пак с едой. Какие вкусняшки. Плюс очки доверия нам тикнули. События мы с тобой все... За главный приз. Дрожь земли. А, ну это, нифига себе, лига детенышей. Так тут надо выиграть, тут надо первое место занять, я так понимаю, да, чтобы получить. Главная награда лиги. Первое место. Это, ребят, мне не суждено там получить. Я бы, конечно, вот хотел бы в PvP бои сыграть, ребята, виповские. Но это вступить, сколько вступлений стоит? 600 рублей в месяц. Это надо на донатах, ребят, только подниматься. Только в этом случае можно будет туда попасть. Другого варианта я пока не вижу. Так, что это у меня не прокачанный парень? Давай-ка мы тебя объединим. Забираем. Вот так вот, красавчик. Так, подожди-ка, у нас же, по-моему... Ага, эволюция. Забираем награды. И бежим с тобой быстреньком, быстреньком к Аланочке. Аланка ждет. Аланка ждет. Начать эволюцию. Погнали. Результаты? Хватило. Так, ну что, друзья мои, по-моему, у нас значок со... Какой еще значок собран? Какой еще значок собран? Я не понял. Начать эволюцию. 30 долларов, блин, стоит. И еще не хватит. Сколько ты сейчас потребуешь? 60. Ну ладно, у нас есть хотя бы эти ДНК. Вот, ребята, так выглядит Аланка у нас. Теперь прокачиваем до... И не хватило, друзья, чуть-чуть. Блин. Не хватило чуть-чуть, а ведь я хотел сделать из нее гибрид. И я думаю, ты понимаешь, какой я гибрид хочу сделать, да? Именно Аланка и именно Майюнгазавр. Вот если мы их соединяем, у нас появляется вот такой вот Алангазавр. И это было бы великолепно, но еда. Что за значок собран, я не понял. Вывести. Ну ладно, пускай выводится. Какой-то значок собран, а где этот значок? Для чего этот значок? Даже непонятно мне. Странно. Схватка 14 уровня. Вот когда у нас будет Алангазавр, тогда мы, наверное, победим в этой схватке 14 уровня. А пока... И даже мечтать не могу. Схватка уровня 14. Какой здесь, ребята, у нас... Ага, Гуань-Лунь прокачанный. Гатзекоптерикс. Ну нифига они тут, ребята, прокачались-то не кисленько, ты посмотри. Хм. Как думаешь, стоит с ними драться? Или нас порвут здесь? Я даже как-то и не знаю. Мне бы, конечно, хотелось бы подраться с ними, если честно. Можно попробовать. Так, хищник против хищника. У нас бы хорошо зашел вот этот. Блин, у него столько... Ну, можно, в принципе, сделать хищника против хищника, да? Вот так вот можно сделать. Против летуна у нас травоядочка. Опять же, блин, не прокачанная. Ну как не прокачанная?
Ладно, допустим. Травоядочка, а против травоядочки хищник. И там хищник. Давай велосираптора возьмем. Проиграем, ребята, тогда. Все, увидимся уже в следующей серии. Ну, надеюсь, не проиграем. Надеюсь. Что он будет делать? Два бонуса у него, да? Мой ход. Два бонуса, мой ход. Давай вот так я сделаю. Только не говори, что все в атаку будешь сливать. Странно. Короче, ребята, я делаю, наверное, вот так вот. Не, вот так вот. Тогда крышка ему. Фух, тут нам повезло. А вот здесь не очень. Так, 5 очков, смотрим. 3 тратит на атаку. И 2 очка у него остаются, так ведь? Так. Влупляем. Опа, пока. Ну и что же ты сейчас будешь делать, а? Блин, нифига он прокачался. 5 очков, ребята. Что он будет делать сейчас, посмотрим. 3 в атаку, 2 в защиту, получается, да? 2 в защиту. Слушай, у нас есть шанс его уничтожить. Все, ему крышка, ребят. Хе-хей! Вот тебе и вся схватка. Прошли, ребята, мы эту схваточку с вами. Да, с помощью хищников это, конечно, хорошо. Травоядных они кромсают. Ух, за милую душу. Хоть ДНК немножко вернули. Так, и мы выполнили с тобой задание. Забираем. Так, уровень получить должны, по идее. Да. 16-й, ребята. Территория плюс деревянный мост. Из пак. ДНК-то дают мне. Целой кучи. Нет, спасибо, еще раз говорю вам. Не надо мне вот этого всего. Так, тут у нас еще территория. Я и забыл, что у меня... Открыто-то здесь. Все. Все великолепно, друзья мои. Все очень даже круто. 25 уровень. Когда он появится у нас? Когда мы его прокачаем? Включить. Ну, хавчик там полетел. Так, у нас немножко есть еды. Нам хватит докачать. Твою дивизию не хватает. Буквально 3 уровня, ребята, не хватает. Нам с вами и все. И хоть ты тут что делай? Джаггернаут, прикинь. Валькирия. Омега 09. Омегу я помню по фильму. Диплозух, ничего себе. Топискалозавр, спинатозух. Вот он, алангозавр. Лемноринг. Лабиринтозавр. Офигеть название. А этого я помню тоже. Индораптор мод. Дакозавр. Ну, динозавров тут, ёпарысоты, тут... Ты видел, сколько их здесь? Вот так-то. Ну что, друзья мои, что у нас еще есть? Вылупившись, этого я не могу сделать. Так, супер ДНК тоже нету. Ну что, тогда мы, наверное, с тобой закончим на сегодня эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.